Всем привет! Пошли мы попробовать запускать нашу новую игрушку под названием дрон DJI Spark. Коля говорит, что-то не то. Что ты говоришь не то? Вот ты сказал дрон DJI. Дрон DJI. Ну? Вот это говорится вендом DJI Spark. Дрон. Так я сказал DJI Spark. Нет, ты сказал дрон DJI Spark. Ну а что, а он не DJI дрон? Spark. Он не дрон? Дрон на задней дороге. Вон он как, какой ты умный. Какой у нас Коленька умный. Вот, ну попробуем. Какое у тебя качество сейчас? 4? Да. Нет, 2,7. Кстати, ветер дует. Заметил ты? Да. Я не заметил ветер. Нет, там-то не было ветра. А мы сейчас пошли ветер. Дом, а здесь... Я не знаю, как в таком ветер летать. Это не сильно ветер, не подумай, что ходим. Раз нету ветра. Ну, в общем, ходим? Его не переспорить, этого мальчика в очках. Ты тоже в очках. Я сейчас без очков уже. Я бы сейчас тоже без очков. Вообще спорит и спорит, спорит и спорит. Я тоже без очков. Мальчик без очков, спорит и спорит. Мальчик в очках тоже спорит. Ладно, сейчас посмотрим, что как. Мы вчера попробовали около дома. Позапускали его. Ну, в принципе, нормально. Вообще легко. Ты карточку туда засунул сейчас? Нет. Надо распаковать и засунуть. Купили туда карточку. С ангбутом. 19 евро покупает 128 гигабайт, включает 32 гигабайт бесплатно. Ну окей, ладно. Короче, мы пришли, вот стекловата лежит. Она такая, если дождь вниз пойдет, все зависит от меня. Токсик. Ну. Вот сумка практичная, там даже зарядка у меня лежит еще. Два батарея. Ну вот стекловату кто-то выкинул. В мешках. Там еще два аккумулятора и сам дрон. И этот пульт. Вот так это все сложено. Открываем. Здесь еще эта карточка, которую я еще не засунул. Стой. Пульт. Дрон, два аккумулятора и все лезает. И здесь у меня еще лежит. А за зарядки, ну, это мне интересно. Зарядку можно было не брать. Ну, пускай лежит. Ну, давай. Так. Сейчас мы взяли с собой с руки, пока не будем запускать. Может, не будет попробовать. У нас на 30 минут аккумулятор. Так. Сейчас Коля засунет туда карточку. Ты вообще сядешь на такую маленькую? Конечно, я сяду. Ты не знаешь. Unboxing. Ану. Ладно. Засунем. Делаем аккумулятор сюда. Включаем телефон. И там мы включаем DJI Go 4. Вот оно. И сейчас нам надо опять на шпарк там нажать вверху. Потом это все коннектовать. И все. Сейчас можно нажимать на Go Fly, потому что здесь стоит connected, когда все коннектовано. Здесь мы нажимаем на пульте. Это? Или вот так тоже как-то делится? Так тоже делается. Делай, как ты всегда делаешь. И поднимайся кверху, посмотрим, сколько высоко он поднимется. Сейчас 10 метров, 11. О, как круто! Да вообще хватает 50. Все, было максимально. Не может больше. А потому что мы бегинеры, поэтому.
Он тысяча хайп, а ты тысяча высоко. Ну поснимай вокруг. Сейчас если шпорт включить, он не так надо высоко. Никакие шпорты. Сделай вокруг, чтобы он снимал. Это не знаешь как. Без рывками. Таким. Если экстра цепь включаешь, ты нажимаешь на гейм на какую-то штуку. И вот он профольгивает, а то он снимает. Угу. И он будет, когда. Нет, просто полетай вокруг, пониже можешь опуститься. Сейчас у нас максимум, да? Ну да, для нас максимум. Смотри, мы сейчас можем beginner мод выделывать. Лучше не надо еще beginner мод. Сними. Это попробуй, сними фотографию. Как красивую кунить, так вот, вот так например. Чем выше поднимись, ну. Я все уже сложил. Мы даже шпорт монусе полетали, он вообще так быстро летел, что мы его почти не посадили. Потом он, короче, сам садился, потому что батарея кончилась, он сам садился. Я потом вот так подставлялся, что он посадился на эту, а не на того. Он садился то, чтобы батарея села? Да, он сам садился, вот. Вот он даже прямо вот сюда сел, где мы стартанули. Он одет самолет. Хорошо, я считаю, хорошо себя показал. И маленько мы даже город сняли. И мы сейчас вам покажем. Everybody shake it, baby.